На малых реках я вот такие навесы очень люблю, под них забрасываешь и главля оттуда вытаскиваешь. Я ловлю, отпускаю. Не, ну жерех можно здесь, нормально. Но он костлявый, очень костлявый. Засранец, блин, маленький, не проглатывает этот кова прям. Аж долбил. Да, вот в этом одном месте он клюет в основном. Здесь будет, если против течения, здесь приманку будет, ну, задерживать на струе. Вот здесь каждый заброс можно вытаскивать. Есть. Кто там? Пока ловим сазана, заодно половим кабушка. Ты сейчас его поймал, он здесь. Недалеко. Опа! Галюськи окушков возвращать будем. Это что-то помощнее было. Развлекало продолжение. Странно, почему здесь жереха нет. Он любит такими навесами стоять. Голова. Прямо из-под бровочки. Ой, смотри, судачок. Вот таких судачков мы сегодня наблюдали в морозильной камере на базе, блин.
какие-то умельцы вот таких вот забирают просто. Вот. Это не то, что стеклянные, это... Аккуратненько сейчас тебя снимем. Дурачок, избегай всяких дурачков. Давай, беги, маленький. Будь здоров.